Вручать ключи от новеньких квартир детям-сиротам в канун новогодних праздников стало на курорте уже доброй традицией. В рамках реализации программы «Дети Кубани» 7 человек обрели, наконец, собственное жилье. Имея квартиру, у вас уже появляются определенные гарантии, определенная уверенность в вашей жизни. Можно уже регистрироваться официально, да, можно трудоустраиваться, можно рожать как можно больше детей, маленьких, юных и напчар. И, конечно, очень хочется в преддверии Нового года пожелать вам всего хорошего, светлого, самого теплого, и чтобы в те квартиры, вот, ключи от которых мы сейчас вам вручим, чтобы у вас там все получалось, все было хорошо, и были только добро, тепло и свет. За каждым из сидящих в зале своя история. Сергей Герасимович остался без попечения родителей в 2-летнем возрасте, а Марианна Билкина с 14 лет воспитывалась в школе-интернате. Получать ключи от будущего жилья Марианна пришла вместе с сестрой и сыном Данилом. Квартиру снимаем. Сестры, то у сестры, то там. Ну, своего жилья как бы не было. Эмоции, конечно, переполняют. Вообще, ну, как бы сказать, не знаю, ничего. Очень долго ждали. Учились в училище. Потом приехали домой. Стали на очередь. Вот. 4 года. Пожалуйста. Сегодня у Марианы двойной праздник. Квартира стала подарком ко дню рождения. Счастливые новоселы с первых дней Нового года начнут уже осваиваться в собственной жилплощади. В 2016 году еще 10 детей-сирот обретут собственное жилье.